В парламенті не пройшов Кабінету міністрів законопроєкт про те, що як має відбуватися там мобілізація, зокрема, і з тим, що ну такі найбільш скандальні, напевно, норми. Наприклад, включенням ухилянтів до реєстру боржників, що є в принципі антиконституційно і ну взагалі не життєво здатно. Про інші там речі, як, наприклад, про відстрочку людям з інвалідністю, що теж викликало ну надзвичайно багато питань у парламентарів, і воно в парламенті це не пройшло. Але ж ну об'єктивно, якби ця проблема існує. Я розумію, що ми з вами говоримо там з тижня до тижня, що от ви кажете, там нам не треба стільки мобілізовувати там півмільйона, скільки сказав президент. Нам треба 350 тисяч. Але не лише президент, в нас виходить Залужний і каже: мені не вистачає людей, і ви маєте інсайди якби з фронту. І я знаю, що є підрозділи, де реально сильно не вистачає людей. Я не знаю правильних механізмів, як це має відбуватися не в межах поліцейської держави, але може здатися, що тільки силові методи можуть тут привести до якогось ну умов. Ну, кажучи, порядку. Не приведут. Почему? Потому что посмотрите на наших врагов. Они уже попробовали это. Ну зачем изобретать велосипед? Это уже все понятно. Россияне собрали мобилизованных, объявили мобилизацию, собрали 300 тысяч россиян из-под палки. Потом бросили эту затею. Почему? Потому что они не воюют. И люди, которые из-под палки загоняют выполнять определенные действия, они их делать не будут. Разными причинами они погибают, они сдаются в плен, они гробят оружие, вооружение, сдают все и вся в округе, то есть создают больше проблем, чем решают вопроса. У нас есть вопрос, допустим, недостачи или определенного количества военнослужащих будущих. Он же не так решается. Допустим, если он даже и есть, допустим, несколько там... А вы, ну, тысяч. Я бы ставите под сомнение, что он может быть? Ну, да, я однозначно уверен... Але ж Залужний виходив, це говорив своїми устами, что у нас есть проблема с кількістю. Залужний, он главнокомандующий вооруженных сил Украины. Так вот, в вооруженных силах Украины, допустим, вот просто сейчас навскидку, не называю настоящие цифры, потому что я их не знаю, ну, навскидку. Допустим, в ВСУ сейчас 300 тысяч военнослужащих, а в силах обороны Украины больше миллиона. Где еще 700 тысяч? Они не в вооруженных силах Украины. Они нужны Залужному в вооруженных силах Украины. А эти 700 тысяч потенциальных военнослужащих, они находятся где угодно, только не у Залужного. Они в Нацгвардии, они у пограничников. Они воюют, вопросов нет. Да, они там нарезают им определенная задача, но они не в ВСУ. То есть они не в штате вооруженных сил Украины. Нацгвардия в штате Министерства внутренних дел. Пограничники в штате Министерства внутренних дел. Много силовых структур под крышей Министерства внутренних дел. Они не в вооруженных силах Украины. Так вот, Залужный имеет в виду, дайте мне в вооруженные силы Украины вот этих военнослужащих, которые у вас охраняют в детских, вернее, охраняют в школах. Сейчас собираются охранять в школах металлоискатели. Для чего? Чтобы школьники на металлолом не сдали. Ну а для чего там еще МВД там нужно? Специалисты лучше, чем те, которые сейчас есть в вооруженных силах, которых набрали с улицы и поставили выполнять задачи. Вот человека поймали на улице, обучили его, пусть неважно, сколько бы не обучали, месяц, два, три, пусть три месяца, и он выходит на линию выполнять боевую задачу. Он намного хуже ее выполнит, чем, допустим, такой же самый лейтенант, капитан, майор Министерства внутренних дел, который это уже выполняет несколько лет, годами, десятилетиями люди обращаются с оружием. Так смысл тогда выдергивать людей с улицы? Зачем, если... Как минимум, ну это ж мы цифры ж разбираемся в цифрах, правильно? На линии боевого соприкосновения до 100 тысяч человек сейчас с нашей стороны. Никто вам больше цифру не назовет. Я ее увеличил даже, просто для понимания порядка цифр. 100 тысяч человек. Рядом еще на замене еще 100 тысяч. В тылу еще 100 тысяч. 300 тысяч. Вот 300. А где еще 700-800 тысяч? Они блокпосты охраняют.
они как-то ротируются через, допустим, ту же Нацгвардию, сами приезжают, сами уезжают, у них свои системы ротации, пограничники такие же. Все воюют, вопросов нет. Вопрос только не в штате вооруженных сил Украины. И именно это надо дать сейчас Залужному, этот механизм, привлечь этот состав, а сколько нужно? Ну, хотя бы 200-300 тысяч. Это где-то треть, допустим, от того состава, который есть сейчас в правоохранительных органах. Треть завести их в вооруженные силы Украины. Причем не в составе Нацгвардии МВД, не в составе пограничников МВД или еще чего-то МВД, а просто в штатную книгу каждой бригады там, где не хватает людей. Вот это надо сейчас сделать, Залужний об этом говорит. І я пане Роман, даруйте, але тут до цієї дискусії долучаються наші глядачі, і дуже слушно пише от Андрій Саноцький, наприклад. Він пише: на День сухопутних військ президент в промові привітанні сказав, що сухопутні війська Збройних сил України налічують 600 тисяч осіб. То чому не можна проводити ротацію? Я от реально зараз з цим повідомленням, я забув це повідомлення, що воно таке було, але звіряюся, заходжу на телеграм-канал президента 12 грудня 2023 року, і в нього чорним по білому написано: сухопутні війська України, майже 600 тисяч воїнів різних родів військ. А ви кажете 300. Я от тут щось якби не розумію цю математику тоді. Ну, я тоді теж не розумію. Тобто, а де ще тоді 300 тисяч сухопутчиків, якщо на ЛБС 100 тисяч стоїть? Пусть рядом ще 100, пусть ще в тилу ще 100, 300, а ще 300 де? То есть они что делают, чем занимаются? Надо проводить аудит, аудит проводить в том числе и в Министерстве обороны, и в Генштабе, и в Вооруженных силах Украины. И эти вопросы, они есть. Потому я и говорю, что у нас, ну, я не вижу, для чего нам надо, каких полмиллиона. Нам в этом смысле, если у нас больше миллиона военнослужащих сейчас в силах обороны Украины, это все силовики, больше миллиона человек, нам не надо вообще мобилизация. Я больше скажу, нам демобилизация сейчас нужна. И закон должен быть не о мобилизации, а о демобилизации. Демобилизовать тех срочников, которые уже несколько лет переслужили, однозначно демобилизовать, забыть за эту тему советскую, вообще за эту срочную службу. Это рабы на несколько лет, тем более бесплатные и беззвучные называются. У нас очень много, больше, ну, не одна сотня тысяч военнослужащих пришли по мобилизации, не под контракт, а по мобилизации. Причем не только пришли, их же еще и призвали, и выдернули с улицы. Мы же видели, как это делается. Их отпустить надо, этих людей. То есть у нас не должно быть мобилизованных в вооруженных силах Украины вообще, только контрактники. То есть это те люди, которые останутся на контракт, они что же есть? Часть вооруженных сил Украины на контракте, я скажу, большая часть вооруженных сил Украины на контракт. И контракт нужно предлагать как раз тем военнослужащим Министерства внутренних дел, отставникам, ну и так далее, и тому подобное, кто может держать оружие, научен, десятилетиями этому учился. Их поставят в строй и под контракт, а не под мобилизацию. Потому нам надо демобилизовать всех мобилизованных и срочную службу, и мобилизованных, а оставить только контрактников. И дальше набирать контрактную составляющую. Вот это вот к чему надо стремиться. Да, надо около, ну, Залужний говорит, я не слышал полмиллиона, чтобы сказал Залужний. Ні, Залужний такого не говорит. Значит, виключно слова президента, виключно. Ну, да, давайте тогда не будем приписывать Залужному полмиллиона, значит, он и не мог этого сказать, потому что я не понимаю, для чего ему надо полмиллиона человек. То есть где-то около 350-400, ну, в районе 350 тысяч профессиональной армии, контрактников, не мобилизованных, еще раз повторюсь, и это люди, которые не будут проситься домой или там еще куда-то, они будут воевать, как ходить на войну, как на работу. В этом и весь смысл военного. Это работа, военное дело для любого военнослужащего, это работа, на которую он будет ходить. Да, там есть определенные сроки на отпуска, на лечение, но это все в процессе общего выполнение общих действий. Потому Залужный, если у него взять и пораспрашивать или просто предложить, а вот если мы сейчас организуем в вооруженных силах Украины, допустим, 350 тысяч профессионалов, это придется набирать с МВД однозначно.
А МВД, поверьте, во-первых, воюет хорошо. Ну, сам знаю, 10 лет об этом говорил неоднократно. Специалисты реальные и до сих пор показывают хорошую подготовку и уже получили военные звания именно в вооруженных силах Украины. Нам не надо полицейское государство. Не нужно строить полицейское государство и концлагерь в Украине. Это плохо закончится. Каждые 10 лет взрывается украинское общество, потому что кто-то начинает пытаться строить полицейское государство. Причем этот кто-то не президент. Вот поверьте, не президент. Этот кто-то, это как раз вот эта правоохранительная система, которая каждый раз выворачивается. Это старая советская ментовская система. Она до сих пор такая, никуда она не делась. Она в нас проросла, причем именно в Украине. Причем у нас в Украине победили менты, называется. В России победили КГБшники. Потому там у них такая полицейская система, только не полиция, а ФСБ. А у нас такая же полицейская система, только МВД. Вам полиция на этом называется, как угодно. То есть и они каждый раз восстанавливаются, выворачиваются, спасают своих. Вы посмотрите, опять начали отправлять на дорасследование дела тех беркутовцев, которые 10 лет назад изгалялись над нашими хлопцами на Майдане. Они их спасают такими разными манипуляциями. Я уже не говорю о Палыче, который вот недавно мы с вами проговаривали, этот руководитель, начальник изоляции Донецкой. Ему уж не пожизненно, его даже не запросили пожизненно, ему запросили 15 лет. А это значит, он через определенное время запросит помилование и выйдет. То есть и эта система самовосстанавливается, эта ментовская система, она восстанавливается, их надо разгонять, МВД, как общую структуру, которая вобрала. Это Аваков сейчас ее отстроил в последнее время. Его это была идея, он собрал туда полицию, собрал туда национальную полицию, нацгвардию, пограничников, МЧС, вернее, МЧС сделал службой, выгреб это все, опять этот монстр МВД. И этот монстр МВД сейчас строит полицейское государство в Украине. Концлагерь уже построили. Концлагерь построили введением военного положения с закрытием границ. А вот дальше идет внутреннее уже рассортирование по баракам. Это называется, все должны сидеть по баракам. Любое передвижение будет контролироваться с помощью камер. И дальше будет проводиться определенное мероприятие. Вот это настораживает. Под что это делается? И когда потом прилетает Сунак и начинает заключать договор, в котором есть такой один восьмой пункт, то все, что мы вам обещаем помочь, это если на вас еще раз нападет Россия, начинает, берешь, связываешь это две вещи, и возникает сразу вопрос, а вообще, что вы, куда вы, куда это вы нашу страну готовите, для чего? Ну, естественно, некоторые одиозные товарищи, которые там 27 марта 22 года сдавали Украину, конкретно Умеров, конкретно Резников, конкретно Арахамия. Умеров подает закон, который сразу сходу, он что, не видел, что в этом законе антиконституционные нормы, которые просто убивают всю свободу украинцев. Он же ж украинец, наверное, я так думаю, я не видел его паспорта. Наверное, что он украинец, наверное, Арахамия украинец, или Резников, наверное, тоже украинец, паспортов не видел. Показать бы, посмотреть, где они родились, где они жили, какое они отношение к Украине имеют. То есть эти люди, которые сдавали Украину 27 марта 2022 года, вот один из них, тот же Умеров, подает такой драконовский антиконституционный закон на рассмотрение Верховной Рады, и там ее принимают. Это ж это ладно, это ж не из-за того, что депутаты там начали что-то искать, его вернули обратно. Это из-за того, что общество на дыбы стало. Это ж не из-за депутата. Общество, депутаты почувствовали, ага, сейчас что-то жареным начало пахнуть, и Майданом третьим начало где-то загораться. Давайте мы, наверное, спустим пар, давайте отдадим обратно. И тут же Умеров, он через час уже вываливает новый закон. Ну, вы же посмотрите за динамикой. И когда эту динамику начинаешь анализировать, то ну, не совсем хорошие мысли, не только мысли, а, по крайней мере, выводы можно делать из этих действий. Нехорошие, по крайней мере, на данный момент.